Рассказывается дело об административном правонарушении в отношении Спицына Станислава Сергеевича по части 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Судебное заседание у нас Спицын не явился, явился защитник. Представьтесь, пожалуйста. Мамаев Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, вам известно, по какой причине не явился сам Спицын? Он извещался по месту регистрации. А у нас уже началось судебное разбирательство? Нет, я спрашиваю, я явку проверяю, еще не началось судебное заседание. Ну, мне известно, что он находится за пределами Мурманской области. Вот. Но он знает, что сегодня судебное заседание? Он знает, да, от вы меня. Вы с ним связаны, да, правильно? Конечно. Хорошо. Вам, как защитнику, разъясняются права. Согласно статье 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство о отводе, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать постановление по данному делу, а также пользоваться административными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно статье 51 Конституции, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга, близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Вам также разъясняется, что в силу части 3 статьи 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном правонарушении по радио, телевидению, информационной, телекоммуникационной сети, интернет допускаются с разрешения судьи, органа, должностного лица, рассматривающего дело об административном нарушении. До разрешения судьей соответствующего ходатайства, ведения фотосъемки, видеозаписи, а также в последующем трансляция данной записи в информационной, телекоммуникационной сети, интернет запрещена. Вам понятны разъясненные права? Мне понятно. Понятно. Отводы суду имеете? Хотел бы выяснить, все-таки у нас началось судебное заседание или нет? Дело рассматривается мировым судьей судебного участка номер 5 Октябрьского судебного района. Ну, разъясните мне такой вопрос. Отводы суду имеете? Я сейчас все скажу. Я сначала разъясняю права. Разъяснила. Я их спрашиваю, уточняю. Конечно, ведется. Вот, мне скажите, пожалуйста. То есть правильно понял, что к своему производству вы приняли рассмотрение данного административного дела? Конечно. Хорошо, вот это я хотел услышать. Значит, права вам понятны? Еще раз поясняю. Я уточняю. Право понятно. Пожалуйста, распишитесь в подписке о разъяснении. Так я же уточняю. Что вы уточняете? Ну, мои права. Какие конкретно? Видеофиксации, я аудиофиксации. Ну, вот я хочу задать вопрос. Я могу заявить ходатайство? Не задают, а почему не задают, а? А почему? Так, подписку будете заполнять? Ну, я заполню, сейчас вам заполню. Пожалуйста, заполните подписку, права вам все разъяснили. Если нет, вы меня так и огласили, я еще не разъяснили у меня. Мне все-таки уточните, пожалуйста, каким образом я могу воспользоваться своим правом? Если вы хотите, только что было разъяснено, что... Но я могу заявить ходатайство? Конечно. Вы сначала заполняете подписку и, пожалуйста, заявляйте ходатайство, которое будет разрешено. Значит, по поводу ходатайства я уточнил. Теперь у меня такой вопрос. У нас рассмотрение дела с самого начала начинается? Конечно, с самого начала. С самого начала. Да. То есть мы должны заново допрашивать всех свидетелей, конечно, которые да. допрашивались в прошлый раз, изучать все материалы дела, в том числе видеозаписи. С самого начала. Вот это я хотел узнать. Но если вы защитник, вы должны понимать, как ведется у нас. Я никому ничего не должен. Об этом я сейчас еще отдельно скажу. Проверьте, пожалуйста, не ведется ли запись? Нет, это диктофон. Там телефон. Вот за тот стол, пожалуйста, сядьте, мне так удобнее. А мне вас как плохо? За тот стол сядьте, пожалуйста. А по-моему, я руковожу судебным заседанием, не вы, Владимир Владимирович. Вы забываете. Сядьте, пожалуйста, за тот стол. На каком основании вы мне указываете, куда мне встать? Владимир Владимирович, сядьте, пожалуйста, за тот стол. На каком основании? Мне еще раз повторить. Ваше требование должно быть законом, обоснованным. Я прошу вас сесть за тот стол. Мне удобнее вас видеть, пожалуйста. А мне удобнее вас так видеть. Так, Владимир Владимирович, за пререкание сейчас тогда составим протокол. Ну, какие основания? Я попросила еще раз сесть вас за тот стол. Я не хочу садиться. Я хочу стоять. Мне больная спина. Выведите, пожалуйста, из судебного заседания, гражданин. Ну, хорошо. Я это как бы зафиксировал. Зафиксируйте. То есть вы мне указываете, куда мне встать и что Владимир Владимирович, я попросила вас съездить в суд, потому что мне вас здесь вы лучше... Вы понимаете, слово «попросила», вот слово «требует»? Так, пожалуйста, не пререкайтесь. Я не пререкаюсь. Я попросила вас сесть за этот стул. Я не буду садиться, у меня больная спина. Я еще раз говорю, я буду стоять. А будете вообще стоять? Я вообще буду стоять, у меня больная спина.
Это первый момент. А второй момент. Ваше требование должно быть законным. Если вы меня тыркаете из одного места в другое, обоснуйте это, пожалуйста. Владимир Иванович, у вас на том столе лежит телефон. Я не знаю, ведется там запись или да нет. Да проверьте, вот у вас приставы здесь есть. Ведется. Куда он может вести видеозапись? Не ведется, не ведется. Вы так боитесь меня, что ли, или что? Нет, я проблема? Вас не боюсь. Стойте посередине. Стойте посередине, мне вас так лучше. Да я буду стоять там, где я считаю нужно. Просто я не понимаю, зачем вы сейчас провоцируете скандал. Владимир попытка меня сейчас выгнать из судебного заседания. Я еще раз говорю, ведите, я пожалуйста, себя спокойнее. Чтобы передо мной там тумбочка не стояла. Между вами много. Я хочу вас видеть непосредственно. Итак, первое ходатайство. Просите вести протокол судебного заседания. Правильно вас поняла? Для начала я хочу заявить отвод. Основание? Сейчас я все оглашу. Прошлое судебное заседание, когда рассматривалось это дело, произошел инцидент с вашим участием. Вы прекрасно об этом знаете. Я вам сейчас напомню. Я надеюсь, вы это сейчас подтвердите, либо скажете, что это не так. У меня есть этому доказательства. Естественно, я это предоставлю на круг моих зрителей и тому подобное. Значит, а если круг зрителей, значит, вы ведете видеозапись? Да можете думать все что угодно. Я вам еще раз говорю. Я выражаю мысли так, как я выражаю. Значит, произошла ситуация в следующем. Когда я пришел, я подал вам несколько документов. Я хотел отнести в канцелярию, вы мне что сказали? Это зафиксировано, вы можете это не отрицать, вы можете сейчас, конечно, попытаться отрицать. Вы сказали, что да не надо регистрировать, давайте мне в руки. Я вам еще обратил внимание, то, ну, как бы были случаи, пропадали документы, все остальное. Я вам передал эти документы. Значит, когда началось судебное заседание, вы одно ходатайство рассмотрели, и дело отложилось. А ходатайство, в котором я заявлял о видеофиксации судебного заседания, вы мне не вернули, и в материалах дела оно почему-то не оказалось, оно пропало. Вот у меня возникает вопрос, это ваша вина, это вина сотрудников аппарата суда, или это судьи Мороз, которые мне потом с улыбочкой ехидно смотрели и делали вопрос, а нету ничего в деле моего ходатайства. Я, конечно, его продублировал, это ходатайство. Так вот я хочу понять, это чье было упущение? Это умышленно были документы изъяты, которые я вам лично в руки передал. И у меня есть доказательства, у меня есть свидетель, у меня есть аудиофиксация вашего со мной разговора. Я считаю, вот этот поступок порочит честь судьи и подрывает авторитет судебной власти. Если это не ваша вина, я хотел бы от вас услышать, это не ваша вина. То есть в материалах дела было это ходатайство, а потом по какой-то причине оно пропало. Либо вы искусственно его туда не положили. Тогда почему его не положили? Почему вы тогда его не вернули с разъяснением того, что вы можете подать в следующий раз и тому подобное? Раз вы взяли от меня документ, вы должны были как-то этим документом распорядиться в соответствии с вашими полномочиями. А не так, что эти документы просто пропадают. Ходатайство, заявляете свое, я жду. Заявляю отвод, я считаю, что вот это поведение недостойно судьи. Я вас услышала. Суд удаляется для разрешения ходатайства. Ну, вы подтверждаете эту информацию? Суд удаляется для разрешения ходатайства. В силу части 1 статьи 29.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, член коллегиального органа, должностное лицо, на рассмотрение которых передано дело об административном правонарушении, не могут рассматривать данное дело в случае, если это лицо является родственником лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении потерпевшего законного представителя физического или юридического лица, защитника или представителя, лично, прямо или косвенно заинтересованного в разрешении дела. В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе, подача повторного заявления об отводе тем же лицом по тем же основаниям не допускается. Часть 4 статьи 29.3 Кодекса. Основания, предусмотренных частью 1 статьи 29.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исключающих возможность рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении Спицына мировым судьей судебного участка 5 Октябрьского судебного города Морско-Кузнецова, в том числе наличие личной, прямой или косвенной заинтересованности в разрешении дела, не усматривая руководство статьями 24.4, 29.9 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья постановил. Ходатайство защитника лица, привлекаемого к административной ответственности Спицына Станислава Сергеевича Мамаева Владимира Владимировича об отводе мирового судьи оставить без удовлетворения. Разъяснить защитнику, что подача повторного заявления об отводе тем же лицом по тем же основаниям не допускается. Мировой судья Кузнецов. Заявление ваше разрешено. Да, теперь следующее у меня второе заявление. Лицо то же самое, это я, но основания другие, поэтому попытаюсь донести до вас, что все-таки это разные ходатайства, заявления как угодно об отводе. Значит, следующее мое заявление об отводе. С учетом того, что, на мой взгляд, вы себя ведете в судебном заседании недостойно, это заключается в следующем. То есть вы
оказали на меня психологическое давление, под угрозой вывести меня из зала судебного заседания, попытались меня переставить с одного места на другое. Я сделал соответствующие вам замечания, что ваши требования незаконны. Вы неоднократно повторили, что это просьба. Но я вынужден был все-таки, вопреки своему личному достоинству, переступить через себя и встать за следующий стол. Сейчас я обратно вернулся, опять же, с вашего, скажем так, ведома, потому что мне так удобно. Я хочу, чтобы между вами и мной была прямая видимость, а не через какие-то предметы, там, тумбочки, приставов и тому подобное. Вот. С учетом того, что вы никак не озвучили основания для того, чтобы я все-таки перешел с одного места на другое, я все-таки вернулся. С учетом того, что вы не изъявили законные требования, я считаю, что ваша самовольная «встань сюда», «сядь», «встань» и тому подобное, еще и осталось сказать «отжаться» и еще там что-то сделать «куй» и «кинзадза». Я считаю, ваше поведение недостойно. В связи с этим я вам не доверяю. И прошу взять все-таки самоотвод. Я вообще не доверяю составу данного суда, в том числе судье Мороз, которая, на мой взгляд, вынесла заведомо неправосудное постановление. И то, что вы сейчас не усматриваете основания для отвода, для меня это очень странно, когда из материалов дела пропадают документы. И вы считаете, что в этом нет ничего странного. Вы себя ведете недостойно. Вы указываете, кому куда встать без каких-либо законных оснований, кому что сделать. Регламент я не нарушаю, порядок я не нарушаю. Я имею право на человеческое достоинство и стоять там, где я считаю необходимо. У меня все. Ваше ходатайство уже было рассмотрено. Кроме того, вам было разъяснено, что подача повторного заявления об отводе тем же лицом не допускается. В связи с этим у меня возражение. Я считаю, что вы искусственно не рассматриваете мое заявление об отводе. Как я подчеркнул, абсолютно разные основания. Разные основания. Первое основание было в связи с утерей документов, которые вам были переданы. А второе основание в связи с поведением вам в данном судебном заседании. Так еще раз я разъясняю, Владимир Владимирович, ваше ходатайство об отводе судьи уже было разъяснено вам. Хорошо, у нас ведется, точнее у меня ведется аудиофиксация. У нас тоже ведется аудиофиксация, аудиопротокол. Но вы об этом не озвучили. Следующее ходатайство. Вы не озвучили. Потому что вы не заявили. Пожалуйста, следующее ходатайство. Вы сказали, что уже ведется. Письменно протокол ведется по моей инициативе. Ну, я в этом не в курсе. Вы не так вы не даете слова вставить суду. Подождите, у нас какой-то регламент есть по порядку. Вы дали мне слово. Пожалуйста, следующее ходатайство. Следующее ходатайство у меня протоколирование, в том числе аудиопротоколирование. То есть письменный и аудиопротокол. Обязательно аудиопротокол, потому что суд удаляется для разрешения данного ходатайства. Учитывая, что КАК не содержит запрета на ведение протокола при рассмотрении дела судей, в необходимых случаях возможность ведения такого протокола не исключается. С учетом конкретных обстоятельств дела, обеспечения баланса прав всех участников производства по делу административного нарушения, заявленное защитником ходатайства о ведении протокола, судебное состояние вероятно судьей удовлетворяется частично. В силу части 3 статьи 24.3 Кодекса Российской Федерации административных нарушений лица, участвующих в производстве по делу об административном нарушении, граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном нарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном нарушении. При этом право участников процесса в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном нарушении закреплено частью 3 статьи 24.3 Кодекса Российской Федерации административных нарушений и не зависит от усмотрения суда. Кодексом Российской Федерации административных нарушений ведение аудиопротокола не предусмотрено. Руководство статьями 24.4, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации административных нарушений мировой судья постановил ходатайство защитника лица, привлекаемого к административной ответственности Спицына Станислава Сергеевича Мамаева Владимира Владимировича удовлетворить частично, вести протокол судебного заседания, введение аудиопротокола судебного заседания, отказать мировой судья Кузнецова. В связи с этим у меня будет ходатайство уже под протокол письменный, соответственно, это должно быть отражено, о приобщении материалы дела моей аудиозаписи, которую я сейчас произвожу непрерывно. Аудиозапись я предоставлю, материалы дела. Я считаю, что все, что будет происходить в судебном заседании, оно может быть необъективно изложено в бумажном виде в протоколе. Соответственно, чтобы были объективности для рассмотрения вышестоящей инстанции, правоохранительных органов, квалификационной коллегии судей, для объективности мы должны иметь данную аудиозапись в материалах дела как доказательство. Я могу сказать, на какой аудиорекордер я веду аудиозапись.
Соответственно, я на компакт-диске либо на флешке эту аудиозапись предоставлю. Вы хотите предоставлять запись каждый раз или вы предоставите в конце одну? В конце, понятно, в конце, чтобы приобщить материалы дела. Ну тогда мы это ходатайство рассмотрим в конце, а сейчас я же каждый раз не могу рассматривать это ходатайство. Нет, у меня сразу ходатайство, что аудиозаписи все, которые я произвожу, я приобщу. Я могу приобщить в конце, я могу в перерывах, я так понимаю, сегодня все равно дело не будет рассмотрено. Ну, я вам только что разъяснила, да, что это не зависит от усмотрения суда. Вы имеете право вести аудиозапись, соответственно, вы этот диск приобщите в конце рассмотрения дела. Я вас услышала, вы хотите приобщить материалом дела. Я хочу дать данному доказательству, данной аудиозаписи, данному документальному доказательству юридическую силу. Понимаете? То есть, если это будет официально фигурировать в материалах дела, я потом буду когда ссылаться в правоохранительных органах, квалификационную коллегию судей и так далее, в судах кассационной станции, в Верховном суде, я буду ссылаться на эту запись, говорить по таймингу, где что, кто что говорил, что где, понимаете? Потому что все, что происходит, вы я считаю, что это сейчас. С вашей стороны. Вы хотите, чтобы сейчас позиция. Приобщили? Эту Нет, запись. Я говорю, по окончании каждого судебного заседания я буду приобщать. Ну, допустим, сегодня прекратится, там перерыв будет, оно какое-то число принесут, я приду на это число, я уже принесу вам новый компакт-диск и приобщим материал. Тогда, наверное, это ходатайство логичнее заявить после того. Я хочу сейчас его заявить. О чем конкретно тогда? Скажите, сформулируйте. Сформулируйте тогда конкретнее. Прошу приобщить материалы дела аудиозапись судебного заседания, которую я веду на свой аудиорекордер Zoom H1N. Носитель с файлами предоставлю в следующем судебном заседании при переносе или в течение суток с момента окончания судебного заседания. Вот так вот сформулирую. Соглашается определение по делу административного правонарушения 6 сентября 2023 года мировой судья судебного участка 5 Октябрьского судебного города Мурманска Кузнецова Оксана Михайловна, рассмотрев ходатайство защитника лица, привлекаемого к административной ответственности Спицына Станислава Сергеевича Мамаева Владимира Владимировича, о приобщении к материалам дела аудиозапись судебного заседания установил. В мировой суде поступил протокол материала дела административного правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений в отношении Спицына Станислава Сергеевича. Судебное заседание защитник лица, привлекаемого к административной ответственности Спицына Мамаева, взяло ходатайство о приобщении к материалам дела аудиозаписи хода рассмотрения дела административного правонарушения, которое он фиксирует при помощи аудиорекордера Zoom H1N. В соответствии с статьей 24.4 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, лица, участвующие в производстве по делу административного правонарушения, имеют право заявлять ходатайство, подлежащие обязательному рассмотрению судьей и органам должностным лицом, в производстве которых находится дело. С учетом конкретных обстоятельств дела обеспечения баланса прав всех участников производства по делу административного правонарушения, заявленное защитником ходатайства о приобщении к материалам дела аудиозаписи хода рассмотрения дела административного правонарушения, которое фиксирует при помощи аудиорекордера Zoom H1N, мировой судьей удовлетворяется руководство тем 244-29-9-29-10 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Мировой судья постановил ходатайство защитника лица, привлекаемого к административной ответственности Спицына Станислава Сергеевича Мамаева Владимира Владимировича о приобщении к материалам дела аудиозаписи хода рассмотрения дела административного правонарушения, которое фиксируется при помощи аудиорекордера Zoom H1N, удовлетворить мировой судья Кузнецова. А там, как вам будет удобно, можете приносить сразу, можете в самом конце. У меня будет ходатайство о введении видеофиксации хода судебного заседания. Не обязательно весь процесс, какие-то промежутки. В частности, мне интересует, если дело будет рассматриваться по существу, я поясню, почему, если. Суд будет сам определять, в какой момент я включаю видеокамеру, для того, чтобы зафиксировать показания свидетелей, зафиксировать какие-то важные обстоятельства. Естественно, все персональные данные, которые там будут оглашаться, под видео они не будут. В принципе, возможно, даже будет видеозапись отвернуть. Но я хотя не вижу здесь ничего страшного, если когда мы будем допрашивать сотрудников полиции, которых уже все видели, как они выглядят и что они совершали, мы увидим, как они в суде будут давать свои показания. Насколько мне известно, там, по-моему, уже кто-то уже не сотрудник полиции. То есть я считаю, что данное дело, которое рассматривается уже много месяцев, уже, я так понимаю, полгода уже, наверное, рассматривается, имеет большой резонанс. Знаете об этом? Я не могу понять, почему запрещается видеофиксация данного события. Это попытка как-то сотрудников полиции спасти от уголовной статьи за превышение своих полномочий и злоупотребление своими полномочиями, в частности, в виде побоев и тому подобное. Фальсификации протоколов, это я сейчас отдельно скажу, в чем это заключается. Я считаю, что, несмотря на то, что я не обязан объяснять, для чего я хочу вести видеофиксацию, я вам все равно об этом говорю, что необходимо придать общественности данное дело, потому что, на мой взгляд, все, что здесь происходит, то, что происходило при мировом суде Мороз,
На мой взгляд, это заведомо ее были неправосудные действия. Соответственно, мной будет подано соответствующее заявление и в квалификационную коллегию судей, и в Следственный комитет о том, чтобы в отношении нее возбудили уголовное дело. Потому что она вынесла заведомо неправосудное решение. Я поясню, я думаю, мы сможем легко понять, что оснований для обвинения моего подзащитного не было. Поэтому хочу обратить внимание, что разрешение тех либо иных вопросов, которые в обязанности суда входят, не означает, что эти обязанности вдруг превращаются в право конкретного судьи что-то запрещать либо разрешать. Разрешение вопроса ставится на обсуждение, вы должны его разрешить, но поскольку нету каких-то запретов провести видеофиксации, просто так, без обоснования, вы не можете этого сделать. На это обратил Верховный суд в своем постановлении номер 35. В материалах дела есть подробное ходатайство, где это четко все расписано. Я это ходатайство подавал и в районном суде, и вам подавал, которое пропало, которое вы приняли ходатайство с моими возражениями на протокол. Ходатайство пропало. Ладно, оно было продублировано при мировом суде «Мороз». В районном суде было продублировано. Все-таки я хочу увидеть в вашем лице судью, который не скрывает ничего. У нас здесь нету сторон. У нас есть человек, которого обвиняют в правонарушении, и есть государство, которое это обвинение в вашем лице выдвигает. Поэтому я все-таки настаиваю на том, чтобы видеофиксация была разрешена. Пускай выборочно, но важные моменты. Я, соответственно, это нарежу и покажу общественности. Вот смотрите, как сотрудники дают заведомо ложные показания в суде. Потому что этот факт есть, я это легко докажу, это легко доказывается. У меня это все зафиксировано. Принимаю во внимание, что в судебном состоянии ведется протокол. Судебное состояние лицо, привлекаемое к административной ответственности, не явилось в судебное состояние вместе с тем, воспользовался правом ведения дела через своего представителя, который непосредственно участвует в судебном состоянии, при этом право участников процесса в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела административного правонарушения, закреплено частью 3 статьи 24.3 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений и не зависит от усмотрения суда. Основания для разрешения дополнительного ведения видеозаписи судебного состояния мировым судьям не усматривают. Руководство статьями 24.4, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений мировой судья постановил ходатайство защитника лица, привлекаемого к административной ответственности Спицына Станислава Сергеевича, Мамаева Владимира Владимировича, о ведении видеозаписи судебного состояния оставили без удовлетворения. У меня будет возражение для протокола. Считаю ваши действия неправомерными, потому что вы ставите в зависимость мое право на ведение видеосъемки, фиксацию хода судебного заседания для объективности, для общественного контроля и так далее, то, что предусмотрено соответствующим федеральным законодательством о судебной системе, Конституцией Российской Федерации. Так вот, вы ставите в зависимость от того, то, что у меня и так есть другие права. Наличие у меня права вести аудиофиксацию не лишает меня права дышать, жить, вести видеофиксацию и тому подобное. Считаю, что вы злоупотребляете своими полномочиями. Искусственно ограничиваете мое право, имея только в вашем распоряжении обязанность разрешить данный вопрос. Каких-то объективных оснований для отказа я не услышал. Это мое возражение. У меня будет промежуточное ходатайство, потому что, возможно, мы на этом дело и закончим уже, чтобы уже не тянуть резину. Я прошу исключить из числа доказательств протокол 51АМ номер 105-991, лист дела номер 8, о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. То есть это основной документ, которым фиксируется вообще факт согласия либо отказа направления на медицинское освидетельствование. То есть так вот, здесь есть графа такая. Согласен, не согласен. Не зафиксирован сам факт. Более того, в предыдущем разбирательстве сам сотрудник полиции подтвердил, что не было отказа. И на видео этого нету. Я вообще не понимаю, почему мы сейчас рассматриваем дело. Вообще, как оно попало в районный суд, почему было неоправдательное решение. Понятно, что вот это неустранимое замечание
По идее, это нужно было на стадии приема документов заметить это и вернуть на исправление ошибок. Но на данный момент это неисправимо. Поэтому я ходатайствую исключить этот протокол и прекратить производство по делу. Просто прекратить, потому что вот это называется порядок привлечения к административной ответственности. Процедура есть. Целый кодекс административных правонарушений предусматривает действия должностных лиц. Порядок составления документов. Так вот, вот этот протокол, который фиксирует сам факт отказа, он не заполнен надлежащим образом. В нем просто нет информации. Акт 51АА номер 067233 о свидетельствовании состояния алкогольного опьянения лист дела 7, который составлен, и в котором стоит отметка, что не проводилось освидетельствование, ну, с помощью этого прибора. Так вот этот акт, он в принципе не составляется. Я понимаю, что мировая судья посчитала, что это несущественное замечание. Но это грубейшее нарушение процедуры, потому что отказа нет. То есть вот эти два документа свидетельствуют о том, что мой доверитель, мой подзащитник не отказывался. Человек находился в состоянии обморочном, терял сознание. На видео, не знаю, видели вы видео, не видели, но я вам предрешая наперед скажу, что там человека сначала 4 минуты наносили побои, чтобы привести его в чувство, чтобы на видео заснять, что он живой. И вот пока он там в углу лежал, плакал, он ему в этот момент зачитывал права. И в итоге он опять начал терять сознание, а ему на шатырь пихали. И никакого отказа не было, его просто не было. И свидетель показал в суде, что молчание мы расценили как отказ. Но человек находился в бессознательном состоянии. Сегодня у нас явились другие свидетели, мы можем их допросить. В том числе свидетель Толмачев, на протокол, который вы ссылаетесь вот конкретно. Толмачев есть, да, сегодня? Да. Он прекрасен. Так что, может быть, мы его допросим, вы ему тогда вопросы как раз и зададите конкретно. Хорошо, ну если есть. Чтобы уже перейти тогда к ходатайству уже о исключении этого доказательства. Ну, давайте. Может быть, он ответит вам все, на все вопросы, а может быть, наоборот, как раз давайте согласится. Давайте тогда сделаем так. Давайте тогда допросим свидетеля, который да, уверен, чтобы их не задерживать, а будем уже исследовать материал дела. Хорошо. Да, заявляете, да, но заявление о ходатайстве заявлено под протокол. Уважаемый суд, я, ну, мое мнение что свидетель тоже может заявлять не ходатайство? Может. Почему не может? Ну, потому что процессуально это не сторона по делу, а свидетель. Свидетель, он имеет право заявлять ходатайство, он может также... Уважаемый суд, я не пришел сюда спорить и доказывать. Хорошо. Я просто говорю о том, что свидетель не имеет таких полномочий заявлять ходатайство и делать заявление. Его задача прийти и дать правдивые показания. Я считаю, что в данный момент свидетель не имеет права заявлять какие-либо ходатайства. Я возражаю против решения. Запись послушайте нашего допроса. Да мне она как-то не интересна. Да, серьезно? Конечно. Посмотрим. Конечно, посмотрим. А чего вы такой уверенный? Я? Да. Я всегда уверен. Всегда, да? Да. Еще не уволили вас? Да, за что меня уволили? Будет за что, не переживайте. Да ладно. Это дело времени, поверьте. Серьезно, что ли? Вы так уверены в себе? Я с вами не намерен общаться. В расход пойдете? Да, вообще да. Не намерен с вами разговаривать. Вот абсолютно. Пойдете в расход? Вообще не намерен сидят с вами общаться. Сидят с потрошками. Кого-то надо сделать козлом отпущения. Сделают. Посмотрим, на что вы тут наговорите. Будьте дома анализировать ваш допрос. Надо мне мое будущее расписывать. Я знаю, но радужное. Радужное, да? Да, в отличие от вас. От меня? Да. А то что, мне пытаетесь угрожать уже? Я что-то? Нет. Не в том месте находитесь. Да зачем ему угрожать? Да. Он жизнь будет угрожать. Что будет? Он жизнь угрожать будет, если так себя будете вести. Жизнь угрожать? Это вы что ли из жизни? Или кто? Нет. Жизнь? Нифига, нифига вы наглый. Почему я наглый? Серьезно что ли? Нет, ты не боишься, не? Нет. Не боишься? Нет. За свои слова не боишься? Нет. Почему? Вы мне угрожаете? В смысле, я тебе задаю вопрос, ты не боишься за свои слова? А почему вы меня тыкаете, я с вами на вы разговариваю? Ну, хочу тыкать, потому что ты не заслуживаешь уважения. Почему? Сейчас узнаешь, почему. Ну, хорошо, узнаю. Обращайтесь на вы ко мне. Ты я что, на вы нет? Обращаюсь? Нет, я просто вам говорю. Только что мне сейчас завуалированно угрожал, что мне жизнь там я что-то там. Я никому там не угрожаю, я говорю, жизнь расставляет все на свои места. Так вот, давай поживем и увидим. Конечно, поживем и увидим.
То, что ты еще на работе, это радуйся. Так я и радуюсь. Вот и радуйся, недолго осталось. Да ладно. Что, да ладно? Не первый вы угрожаете. Да я не угрожаю, я говорю о том, что по факту. Мне. По факту. Вы мне угрожаете. Чем? Своими словами. Я вам говорю, что вы недостойны звания сотрудника полиции. И таких должны увольнять. Вы же меня не знаете. Ну как я не знаю? Я вижу поступки. Какие именно? Предоставили на дозоре, я это все видел. То, что вы творили, знаете... На дозоре я даже сам не видел что-то. Ну, посмотрите. Ну, я посмотрю, хорошо. Ну, я вам советую посмотреть, у меня на странице там опубликованы эти видеозаписи. Не считаю нужным. Не считаете нужным? Абсолютно. А зачем вы человеку руки заламывали, на ноги становились? Руки не заламывал. Нет? Когда он там орал на Дзержинского? Ну, вы же не знаете, как он себя вел. Его вам никогда не расскажет. Какая разница, как он себя вел? Вопрос не в этом. Вопрос, зачем человеку причинять искусственно боль? Да никто ему боль не причинял. Да, он просто так кричал, да? Ну, кричал. Кричал, чтобы избежать ответственности. А, ну понятно. Интересно. Вы же не знаете разговор, который велся в автомобиле. Не слышали же ничего. Так вот, скажите об этом, что есть какой-то разговор. Зачем? А потому что это вранье. Да не вранье. Это вранье. Не вранье. Вранье. Ну ладно. Ну либо предоставьте доказательства. Так для чего? Оно к нынешнему разбирательству вообще отношения не имеет. Потому что это все имеет отношение. Ну. К занимаемой вами должности. Ну, пускай, хорошо. И квалификации ваших действий. Хорошо. Да ничего хорошего. Следите за своей квалификацией лучше. Что мне еще делать? Ну, что хотите. В рамках закона, что хотите, ваше право, вы свободный человек. Я как бы не нуждаюсь в советах, рекомендациях, здравоучениях. Я тоже не нуждаюсь. Тем более от тебя. Тем более от вас, я тоже не нуждаюсь в советах, рекомендациях. Я просто на каждой беседе. Мне просто интересно вот этот человек, который передо мной стоит, чтобы понять, что им двигало. Желание выслужиться или что-то конкретное. Ладно, прекращаю с вами общение, потому что вообще не интересно. Я как бы с вами не общаюсь, просто получаю от вас информацию. Да, не получается. Не получаю? Вы так думаете? Хорошо. Вы уже много чего дали информацию, в том числе о том, что какая-то якобы беседа была в автомобиле. Была же? Конечно, была. Ну о чем была беседа? Да это не имеет отношения. О жизни? Это не имеет отношения. О жизни было? Вообще беседа? Не имеет отношения. А что вы скрываете? У вас вообще-то в автомобиле дозор должен быть. Конечно. Там должен быть включен. Только дозор называется. Ну, видеорегистрация должна происходить. Конечно, происходит. Так почему она не происходила? Да все происходит. Происходило? Угу. Ну, я ловлю вас на слово. Да, не ладно. Что вы сейчас повторите, потому что мы эту аудиозапись будем запрашивать. Да запрашивать. Потому что предыдущие судебные заседания запрашивал, до сих пор их скрывают. Не могу сказать. Аудиозаписи, видеозаписи, это дело полиции, там, где у входа, все, что происходило. Потому что с ваших слов, что он там якобы, ну конкретно с ваших, я так понимаю, Кристофоли, что он якобы повредил автомобиль. Да. Прям повредил автомобиль. Ну, дверку понял. Дверку ногу ударил, да, понял. То есть у вас даже есть доказательства. Повышается определение по делу административного нарушения 6 сентября 23-го в мировой суде судебного участка 5 Октябрьского судебного города Мурманска Кузнецова Оксана Михайловна, рассмотрев ходатайство свидетеля по делу административного нарушения Толмачева Сергея Петровича, уведение аудиозаписи в ходе судебного заседания установлено. В мировой суде поступил протокол, материал дела административного нарушения, присутствует часть 2-12-26 Кодекса Российской Федерации административных правонарушениях в отношении Спицына Станислава Сергеевича. Судебное заседание свидетель по делу административного нарушения заявил ходатайство на разрешение на проведение аудиозаписи в ходе судебного заседания. В соответствии с статьей 244 Кодекса Российской Федерации административных нарушениях. Лица, участвующие в производстве по делу административного нарушения, имеют право заявлять ходатайство, подлежащее обязательному рассмотрению судьей и органом должностным лицом, производство которых находится дело. В силу части 3, 24.3 Кодекса Российской Федерации административных нарушениях, лица, участвующие в производстве по делу административного нарушения, имеют право в письменной форме, также с помощью средств аудиозаписи, фиксировать ход рассмотрения дела административного правонарушения. Фиксация, фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела административного нарушения по радио, телевидению, информационной, телекоммуникационной сети интернет допускаются с разрешения судьи, органа должностного лица, рассматривающего дело административного нарушения. При этом право участников процесса в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела административного нарушения закреплено частью 3 статьи 24.3 Кодекса и не зависит от усмотрения суда. Руководство статьи 24.4.29.29.10 Кодекса Российской Федерации административных нарушений мировой судья постановил ходатайство свидетеля по делу административного нарушения Толмачева Сергея Петровича, введение аудиозаписи в ходе судебного заседания, удовлетворить, разрешить вести аудиозапись. Судья Кузнецов.
Так, итак, пожалуйста, значит, повторю свой вопрос. Вы составляли протокол об административном правонарушении в отношении гражданина Спицына. Так точно. Поясните, пожалуйста, что помните по данному обстоятельству? Уважаемый суд, не сочтите за наглость. Я не услышал, права разъяснялись. Разъяснялись, дана подписка. Подписка дана, да. Да. Угу.